Всем привет! Сегодня я с вами поделюсь способом, как создать развивающую игру для собак в домашних условиях. Эту игру я называю «Посылочка». Детали для создания игры у каждого из нас точно найдутся дома. Во время этой игры собака будет нюхать, грызть, рвать, лизать, искать. Все это является ее естественными потребностями, делает собаку спокойнее, расслабленнее, увереннее в себе. Она знакомится с разными текстурами, с разными новыми запахами. Ей нужно использовать свою логику для того, чтобы добраться до секретиков, которые спрятаны в коробочках разной формы. Я покажу только один путь для того, чтобы создать такую посылочку. Вы можете пользоваться своим творческим мышлением и делать очень разные вариации этой игрушки. Что ж, приятного просмотра! Нам понадобится одна вот такая крупненькая коробочка, кусочки разной по текстуре бумаги, разнообразные коробочки от таблеток, от духов вот у меня, старенькие, неприглядного вида носочки, тулки. Пожалуйста, не берите смывающуюся зебу, потому что при контакте со слюной собаке будет неприятно. У меня здесь ассорти из лакомств. Смотрите, сюда я уже в каждую из этих маленьких коробочек положила вот небольшой кусочек сыра там на дне. И я кладу сюда немного шелестящей бумаги. Коробочку закрываю. И то же самое я проделала другими. Здесь тоже кусочек лакомства. И, соответственно, здесь. Видите, все они разные формы. И каждую из них собаке потребуется открыть. Что делаем с втулками? Смотрите, я беру кусочек лакомства. Закручиваю вот так вот в носочек и помещаю носочек внутрь втулки. Вот так получилось. Со второй втулкой. Но использую вот другой лакомство. Оставшиеся лакомства мы просто заворачиваем в бумагу. Можно плотно, можно не плотно, это зависит от того, насколько у вас ловкая собака. Так. И теперь все, что нам нужно сделать, это разместить все эти предметики в коробку. Так, вот мы поместили в коробку. Я еще брошу парочку вот так свободных лакомств. Коробочку теперь мы закрываем и заклеиваем скотчем. Я буду заклеивать поплотнее, потому что Кивуша с этой игрушкой уже знаком. Справляется с ними очень ловко. У нас получилась вот такая посылочка, как я их называю. И сейчас мы отдадим эту посылочку нашему хвостатому адресату.
только помогает себе лапками.